Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также ставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Сегодня Саша запланировал поездку в Киев. Там у него жил давний друг. И чтобы не возвращаться в этот же день обратно домой, парень решил у него заночевать. Погода была замечательной, на дворе уже пахло весной, и шум большого города будто очаровывал его. Это же так необычно наблюдать, как город живет по принципу муравейника. Ребята встретились на вокзале. Для Саши уже была спланированная небольшая экскурсия. Друзья решили путешествовать на своих двоих, чтобы было еще время поговорить. Они не виделись уже очень давно. Жизнь все же разбросала по своим тропам. Андрей работал менеджером по продажам и довольно хорошо ориентировался в столице. Ребята посетили несколько заведений и, конечно же, Хрещатик. Довольно устав, решили отправиться домой. Саша, как вежливый гость, не мог приехать к другу с пустыми руками, поэтому привез гостинцы, которые передала мама. Поужинав, ребята немного повспоминали детские времена и то, как когда-то бесчинствовали вместе, а после получали на орехи от деда Павла. На часах было уже 2 часа ночи, и друзья решили ложиться спать. Квартира Андрея была небольшой, но довольно уютной, а окна комнаты выходили на оживленное шоссе. Саша, привыкший к тишине в доме, никак не мог заснуть и начал ворчать. «Ну вот, уснуть невозможно. Ты бы себе хоть стеклопакеты поставил. Машины, понимаешь, ездят». Отозвался он к Андрею. Уставший насыщенной прогулкой, парень уже практически спал, но все же заговорил. «Это не машины», — отвечает приятель. «Это море шумит. Представь, пляж, море, голубые волны набегают на берег и пенись откатываются назад. Набегающие и откатываются. Их ровный шум убаюкивает, навевает сны. Ласковый ветер освежает нагретую солнцем кожу. Волны шумят, а твое тело нежно припекает солнце. Я верю, я почти засыпаю. Тут шум моря прерывает громкий треск. Мотоцикл без глушителя», – насмешливо отозвался Саша. Невозмутимый голос Андрея. Это легкий моторный катер пронесся по глади залива. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.